беседы святителя Иоанна Златоустого называется «О верности заповеди Христовой». «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Евангелие от Иоанна, 16 глава. То есть, когда увидите, что многие не веруют, и когда сами вы подвергнетесь бедствиям, изгонят вас из синагоги, потому что уже постановили, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу, будут домогаться вашей смерти, как бы дело благочестивого и Богу угодного. Затем опять предлагают утешение. Да будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Достаточно для вашего утешения, что вы будете терпеть это за меня и за отца. Здесь опять напоминает ему о блаженстве, о котором говорил в начале. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея, 5 глава. Сурова добродетель, но будем представлять ее облеченную величие будущих обетований. Люди с душою возвышенную находят ее и без этого. Само по себе прекрасно, и потому стремятся к ней, живут добродетельно, не из-за наград, а для угождения Богу. Если же кто более немощен, тот пусть представляет себе и награды. Да будем поступать и по отношению к милостыне, будем милосердны к единомышленникам и не станем презирать гибнущих от голода. Не крайне ли в самом деле несообразность в том, что мы сами сидим за трапезой в смехе и пресыщении, а между тем, проходя по улице и слыша, как другие плачут, не только не обращаем на их плач внимания, но еще негодуем на них и называем их обманщиками. Что ты говоришь, человек? Уже ли из одного хлеба станет кто-нибудь обманывать? Да, скажешь ты. В таком случае тем скорее нужно жалиться над ним, тем скорее нужно избавить его от нужды. Если же ты не хочешь подать, по крайней мере, не оскорбляй его. Подумай, как ты будешь умолять Бога о помощи, когда отвергаешь пришедшего к тебе нищего. Какое сказано мерою мерите, такое и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, 7 глава. Аминь.